тут нашел мешочек в сенках с моими запасами еще 8-летней давности, получается, когда первый раз собрал гектара со своего первого урожая и не знал, куда это все девать, и насушил целые мешки и бочки. Вот, но оказывается, еще там в сенках осталось. Даже до сих пор, ну, вот это вот у нас репа. Причем, да, вот это тоже репа. Усохла где-то в 3-4 раза, получается. Потому что репы были вообще огромные, размером с футбольный мяч. Практически все, ну, большая половина. Это репа, соответственно, тоже. Это вот патиссон. Что еще интересного есть? Так, репа. Это вот картошка. Картопля сушеная. Вот тоже. Это картошка пошла. Так, это брюхло. Так, вот это вот свекла красная, она причем при когда сушилась на вот такие на слои разделяется. Это видно, нет? Ну, в общем, вот такая она. Она сладкая, вот она полежала, я немножко попробовал кусочек. Сладкая до жути. Но еще слаще брюхло. Где-то мне брюхло тут попалось. А, вот. Вот это вот брюхло. Да. Она более плотная такая. Вот она брюхло. Это репа. Картошка где-то еще тут. Чеснок должен попадаться, тоже я его сушил. Вот это вот брюква. Это вот кабачок. А, какой кабачок? Это... редька, черная редька, горькая, пригорькая. Да, а это, по-моему, брюхло. В общем, они сейчас уже смешались, кто тут что, непонятно. Но были вот... брюквы тоже почти с мяч футбольный, огромные такие. Сначала они, конечно, сладкие, но горчат, а когда полежат пару зим, там сахара все, видимо, преобразуются. Ой, видать, то есть наоборот, в сахара преобразуются там всякие вещества внутри, то есть это все слаще гораздо становится. Ну и я секатором это все вот собакину на мелкие кусочки в суп кромсаю. Самому, конечно, мне это есть неохота, уже и свежего, и консервов куча, там подполе можно будет заснять тоже, там десятки банок, я не знаю, когда это все и кому есть. Вот вроде видно, что такие волны, как будто идет снег. То есть это вот у Королёвых через болото фонарь горит. Через мутное стекло мне постоянно кажется, что это вот идет снег. А на самом деле снег не идет. Никакого снега нет.
непонятно, откуда вот эти вот волны такие. Именно продольные, как будто горизонтально прям снег там метет. Интересно.